Всем здравствуйте! Сегодня у нас вот такая вот регланная линия. Готовимся мы к джемперу, поэтому я быстренько вам варианты накидаю. Так, значит, коротко. Вот одна лицевая петля идет по центру, как регланная линия, и по сторонам от нее вот такие вот звездочки. Звездочки, цветочки, ракушки, как хотите, так и назовите. Как же мы их вяжем? Вот она, наша центральная линия, ее видно, регланная линия. Три петли до регланной линии мы вот так вот берем в работу. Из трех петель вывязываем 1 петля, накид, 1 петля, накид, 1 петля. Есть 5 петель. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Потом это 1 регланная линия. И здесь снова 3 петли. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Все, вяжем до конца ряда. В изнаночном ряду эти 5 петель провязываем изнаночной. Следующий ряд мы вяжем без изменений, так как у нас прибавилось с каждой стороны по 2 петли, поэтому мы добавление делаем через 1 лицевой ряд. Если считать и изнаночный ряд, то через 3 ряда. Делаем добавление, потому что из трех мы вывязываем 5 петель, то есть добавляем 2 петли. Вот они, наши петли, вот мы их берем и просто провязываем изнаночной эти 5 петель. Следующий ряд без изменений и еще один ряд без изменений, и далее будем делать снова. Вот такая вот регланная линия, девчонки. На сегодня все, я с вами прощаюсь, ждите еще видео, чтобы вы могли выбрать себе, которая вам понравится. Все.